Продолжаем тему «Каэшева Запада». Сейчас мы работаем на самом простом упражнении. Это не техника, будет упражнение на упражнение. Самый простой вариант. Но его нужно отработать, чтобы вы не боялись принимать партнера через себя. Чтобы вы не боялись уходить на татами вниз под партнера. Опыт показал, что многие боятся как уходить под партнера, так и страховаться через партнера. Особенно на начальном уровне. Так. Я начинаю делать сувариваю вот. Опять. Загружаем запястье. Сейчас я не буду бросать. Начало точно такое же. То есть ваша задача выполнить классический вариант сувариваю. Вот на этом элементе у вас все не останавливается. Это только начало. Нажимайте. Я взял партнера. Партнер начинает делать свой резкий подход. То есть смотрите, ваша задача максимально долго сначала сохранять равновесие. То есть вы себя вытягиваете, выходите и начинаете партнера точно так же вытягивать. Обращайте внимание, что вы не даете партнеру заикариться у вас. И зафиксируете. Здесь тоже зафиксируете. Ага. То есть вы не даете ему сделать этот вариант еще движения. То есть пока он у вас двигается, вы вытягиваете одну руку, а вторую руку вот, берете в замок и через замок начинаете точно так же выводить вперед в сторону. И партнера перекатываете через себя. Все работает.